первое, нужно поздравить всех болельщиков и игроков, что мы будем играть в финале. Ну, а то, что предшествовало, сложные два матча. Я сюда беру и матч чемпионата, два матча совершенно равных. Хороший момент то, что было единство, была борьба за этот результат. Ну и результата мы добились. А две игры, причем через 3-4, очень тяжело выиграть у одной команды. Тем более у Уфы. Уфа в сегодняшний момент, она в хорошем состоянии, хорошо играет в обороне. Поэтому я очень доволен за результат и игроками очень доволен. Михалик вообще, я считаю, что молодец, боец. Наверное, на его месте так не каждый бы остался на футбольном поле. Он проявил такое болевое терпение. И еще в конце, по-моему, в одном эпизоде выручил. То, что касается Игнатьева, не знаю, завтра врачи определят, что... Ну и, конечно, это нам осложнило, особенно замена Игнатьева. То, что касается Ари и Фарфана, мы планировали, что эти два игрока, они найдут взаимодействие и как бы усилит давление, но что-то не получилось. Нужно все-таки внимательно посмотреть. И мы в средней линии не имели преимущества во владении мячом. Поэтому я поменял Фарфана на игрока средней линии более оборонительного плана. Тем более мы повели 1-0. У Ари в перерыве пришел, у него проблема небольшая была с икроножной мышцей. Либо ударили, либо, не знаю, что-то еще. И я немножко время тянул, задерживал, чтобы не менять лишнего игрока. Но в какой-то момент я решил его поменять, потому что... Но Ари уже игру нашел, он уже играл неплохо, но я боялся этого повреждения. Поэтому я его поменял на Майкона. Но Майкон у нас планировали мы его выход. Маргасов, так как и все в обороне, сыграл достаточно неплохо. Но я думаю, что он может играть лучше. Ну, все в комплексе. Маловато было подключений. Ну, всегда тренер чем-то доволен, чем-то недоволен. Сегодня давайте... Порадуемся. Да, порадуемся, то, что выиграли и прошли в финал, вот и все. А завтра будем разбираться, кем доволен, кем недоволен.